В селе Аргаш, что под Инзой, вновь закипела духовная жизнь. В день памяти любимого ученика Христа Иоанна Богослова там освятили церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Чин великого освящения совершил епископ Барышский и Индинский Филарет. Подробности в репортаже Дмитрия Гурина. Название села Аргаш производно от старинно-тюркского слова «алгаш», что переводится как «овраг» или «яма». Населенный пункт был основан 373 года назад и находится в низине. Некогда это было крупнейшее село со статусом пригорода и населением больше 4500 человек. Сейчас, для примера, тут проживают всего 370 душ. В селе было две церкви и духовное училище. Последний деревянный храм великомученицы Параскевы сгорел в 18 году прошлого столетия. На его месте сейчас мемориал воинам-освободителям и поклонный крест. Церковная община тут образовалась недавно, 3 года назад. К ней священноначалие Барышской епархии прикрепило батюшку. И вместе они реконструировали старинный двухэтажный дом. Именно село Аргаш отличается от большинства наших сел тем, что действительно вот здесь участие принимали, ну, можно сказать, только сельчане. Особых меценатов не было. То есть вот это вот очень ценно. Очень ценно, что община воссоздавала историческую справедливость. Все жители села хорошо откликнулись. Вот на около 1 000 000 рублей мы потратили на это здание. И вот самое главное, ни в ком я не нашел отказа, когда кому-то обращался с просьбой. Все те люди, которые принимали участие в создании Благовещенской церкви, пришли встретить владыку Филарета. Были ли на этой земле ранее архиерейские службы, доподлинно неизвестно. В любом случае, этот день исторический для села. Пресвященнейший владыка, благословите. Спасибо, Господь. Из всего здания для богослужений выделена только одна комната. По задумке на втором этаже расположится духовно-просветительский центр и воскресная школа. Чин освящения престола таинства очень ответственное. Оно длится около часа, по ходу которого технические действия по сборке престола прерываются молитвой. О, еже не осужденно, о, священие совершите храмы сего, твоему славословию созданного. По окончании освящения Преосвященный Филарет поздравил селян с этим знаменательным событием и начал первую в этом храме божественную литургию архиерейским чином. В этот день многое в новейшей истории Аргаша было впервые, как и первое благословение всем жителям села от владыки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Несмотря на то, что все действо проходило больше 3 часов, люди не расходились. По окончании богослужения владыка Филарет поблагодарил их за это и призвал чаще приходить в храм Божий и помогать батюшке Евгению в его послушании. Для того мы с вами совершаем службы, для того строим храм, для того, чтобы с Богом примириться и ко Господу примириться. Ну, еще раз всех паки-паки поздравляю. Желаю вам всех благ, многих долгих лет жизни, здоровья. Вот, и как святые апостолы вам Богослов только сказал, могу сказать. Деточки, любите, да Господь помилуйте. Спаси Христа, своими отца и сына. Затем владыка вручил самым активным членам общины архиерейские грамоты. Впереди у этих людей огромное поле работы. О грандиозных планах можно судить только по одному фруктовому саду, который посадили в этом году. Дмитрий Горин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».